А фонтан на площади труда отремонтируют впервые за 57 лет. Речь идет об обновлении чаши, той, что ближе к улице Победы. Планируется полностью заменить гидросистему, наладить оборотный механизм подачи воды, а также озеленить прилегающую территорию. Срок сдачи – сентябрь этого года. Это будет, естественно, экономичнее, потому что та вода, которая непосредственно будет наполняться изначально чаши фонтана, она также будет циркулировать для, ну, весь период работы. Сумма по реконструкции 1 664 000.